Божья воля, она совершенна и ведет человека, если он двигается в никуда, к спасению. Вторая воля, собственная, своя, то есть человеческая, если она не пагубная, то она и не спасительная. То есть она не губит человека, она не отправляет его в ад, но и к спасению этого человека она никак не приближает. То есть это когда человек, например, я буду только работать, чтобы работать, мне нужно работать, мне нужно свою семью содержать. В принципе, ничего плохого в этом нету, правда? Но к спасению она нас никак не приводит. И третье, бесовское, вполне пагубное. И вот эта третья, вражеская воля, и научает человека, если или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия, или для одного добра, но не ради Христа. То есть, вы поняли, да? Человек говорит, что есть три воли. Одна воля, это Божья, действительно, которая ведет человека к спасению. Да, она трудная, никто не говорит, что она будет легкая. Да, этот путь тернистый, никто не говорит, что он будет легким, но он ведет человека к спасению. Это то, что Бог говорит, если кто со мной собирает, тот не расточает. А кто не собирает со мной, то что воля? Расточает, вот и все. Это человеческая воля, вы поняли? Например, второй. Кто собирает без меня, тот автоматически расточает. В конечном итоге, такой человек, он как, знаете, как в сказке про золотую рыбку. Знаете, чем закончилась сказка о золотой рыбке? Сидят старик со старухой у разбитого корыта. Опять у разбитого корыта. Да. Человеческая воля приводит человека куда-то, но туда, куда приводит, опять это разбитое корыто. Вот в чем проблема. А третье, это вообще плохо. Это когда мы с вами на самом деле, вместо того, чтобы расти и развиваться, мы пытаемся себя где-то преподнести, и в конечном итоге мы вообще полностью деградируем, еще хуже становимся. Но о чем я хочу сегодня говорить? В этом направлении хочу вам говорить, друзья, о таких простых истинах. Кто не собирает со мной, тот расточает. Друзья, это и есть принцип жизни каждого христианина. На самом деле, в этом месте Писания есть тот идеальный баланс, который нужен каждому человеку. Бог говорит этими словами, он дает принцип вообще-то. Если вы хотите, чтобы Бог признал вас, что вы правильно, адекватны, то надо собирать с ним. То есть задать вопрос, а для чего я проживу этот год? Без этого принципа, если мы возьмем, наша жизнь в принципе автоматически становится бесцельной. Кто-то скажет, нет, у меня есть цель, я хочу в этом году, там, например, что там сделать, я хочу выйти замуж. Это тоже цель, и в принципе ее тоже можно достичь. Но по итогу вы обнаружите, что это и не было целью на самом деле. Потому что это не может быть целью, это не является целью. Кто-то скажет, я хочу в этом году, например, купить себе машину, это здорово, это классно. То есть вы достигнуть можете этой цели, но в конце концов вы обнаружите, что вы достигли этой цели, но удовлетворения нет. Помните про этого бейсболиста? Говорит, если бы меня кто-то предупредил, что достигнув этой вершины, я вдруг обнаружу, что на этой вершине как бы смысла нет никакой, цели никакой нет. Поэтому цель человеческая, просто человеческая цель на этот год, она изначально лишена содержания. Содержание есть только тогда, когда человек приближается к воле Божьей. То есть, когда человек ставит цель, которая интересна для Бога, которая выгодна для Бога. Почему? Потому что в цели, которая выгодна для Бога, на самом деле мы получаем в результате счастье и радость. Вот вопрос такой. Кто из вас когда-нибудь евангелизировал человека или приводил человека особенно к покаянию? Вопрос. Как вы ощущаете себя после этого? Удовлетворенно. Удовлетворенно. Интересно. Вы потратили свое время. Вы потратили какую-то энергию. Вы потратили вроде бы бесследно. С точки зрения, как вам сказать, прагматического смысла, с точки зрения реализма, с точки зрения рациональности. Ну, тут еще вопрос рациональности. Но с точки зрения материальных вещей. Конечно, нет. Вы выкинули время. Но что вы получили в конечном итоге? Радость. А вы проработали, получаете на эту зарплату, смотришь и слезы наворачиваются на глаза. Вроде месяц работал. Жалко тратить. Слезы на глазах наворачиваются, думаешь, слушай, вот это зарплата. Вроде ты месяц потратил. То есть, почему так бывает? Вроде бы ты ради материальных вещей трудился, а радости нет. Например, дети, которые говорят, я для детей. А потом дети, бах, смотришь, пошире это так, по наклонной немножко, да? И смотришь, радости вроде нет. Бывают такие моменты? Да. То есть вроде и время потратил, а радости нету. А тут вроде бы время потратил, ничего не получил, а радость приходит. Почему? Это на начальном этапе. Хочу вам сразу сказать, только на начальном этапе. На самом деле воля Божья, исполнение Божьей воли человеком несет в себе радость. То есть оно содержит в себе радость. Но более того, откроем один секрет. Каждый раз, когда вы умеете творчески это дело преподнести, вы умеете творчески это дело воплотить, на самом деле, поверьте, в этом есть счастье. В этом действительно есть... еще и воздаяние, еще и благословение есть. То есть здесь есть баланс, поверьте, еще раз. Каждый раз, когда вы что-то делаете для людей, в этом есть баланс. Например, как вы думаете, вот давай возьмем, Евгений Михайлович, пример.
выпускаете, вы порожки продаете, правильно? Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Ваш порог удобный или нет? Отлично. Удобный? А если бы он был неудобным, люди бы его покупали или нет? Нет. Внимание, вопрос. Какую цель вы преследуете, выпуская и продавая пороги? Да, но какую цель, то есть почему вы делаете их удобными? Почему вы делаете пороги удобными? Чтобы, нет, ну чтобы люди были довольны. То есть вы думаете о людях? Вы пытаетесь... Логика понятна. Если вы не делаете неудобных, не покупали. Совершенно, вот что я пытаюсь сказать. Смотрите, то же самое, когда человек движется Божьей воле, а Бог же думает о других людях, автоматически этот человек в свою жизнь, он притягивает большое количество людей. Вдумайтесь. Давайте я задам вопрос. Скажи, как вы думаете, пойти и раздать людям, например, 10 миллионов долларов? Раздать людям просто так, вот просто раздать. Например, как вы думаете, это разумный поступок или нет? Просто нет, раздать. Нет. А я вам открою секрет, что это разумный поступок. Более того, каждые 4 года находятся люди в нашей стране, которые так и делают. Мы их называем политиками. Они ходят и делают людям добро. Они покупают продуктовые пайки. Просто так. Улыбаются. Раздают миллионы долларов, десятки миллионов долларов. Вы не знали об этом? Вы не знали об этом? Но они вначале делают добро. Запомните, это принцип. Если ты хочешь что-то пожать, вначале о ком нужно думать? О людях. Но мы, знаете, часто мы все извращаем. Мы ставим цели. Почему я сегодня говорю? Мы говорить будем с вами о постановках цели. Вы поняли? Сегодня будем делать постановку цели. Но если вы поставите цель, которая учитывает только ваши интересы, вы обнаружите, что вы эту цель, скорее всего, и не достигнете. Или даже если вы ее достигнете, то счастье вы там можете не обнаружить. Вот в чем секрет-то. Вы поняли, я решил сегодня это слово вам дать до того, как мы будем ставить цель. Еще раз. Потому что если вы поставите цель, которая только вам нужна самому, то вы легко можете обнаружить, еще раз, что вы даже достигнете эту цель, но счастья там не будет. Скажите, Илья, скажи мне, этот известный бейсболист, в чем была суть его фразы, в чем была... в чем суть того, о чем он сказал было? Что достигнув вершины, там что? Ничего. Там ничего нет. То есть цели, которые можно достигнуть, но достигнув этой цели, вы можете легко обнаружить, что там, оказывается, ничего нет. Но ориентир не был на людей. Что достигнув цели, он понимает, что он там один стоит. Ну, он один. Ну, то есть там вообще ничего нет на самом деле. Совершенно. Но если изначально в вашей цели содержится доброе, то есть для людей что-то сделать добро, то достигая этой цели, попутно вы получаете что-то еще кроме этого? Да. Попутно получаете, но самое главное, вы счастье получаете. Когда приходит к вам покупатель и говорит, слушайте, класс вообще, супер, здорово, от чего вы получаете радость? Нет, тут однозначно приятно, но не просто приятно, а всегда ты получаешь удовлетворение, когда знаешь, что за небольшие деньги продал человеку товар, который прослужит ему долгие годы, который он будет доволен. И от этого по-любому есть, удовлетворение, потому что... То есть не от денег на самом деле большое удовлетворение, вы поняли, приходит? Вот в чем секрет. Поэтому при постановке сегодня цели, когда мы будем ставить с вами цели на Новый год, я вас умоляю, не будьте неразумным человеком. Не поставьте цель, которую, я хочу заработать 100 тысяч долларов. Зачем? Мне нужно туда поехать, мне нужно это сделать. Так, я там хочу отдохнуть. Вы отдохнете, вы их можете заработать. Вы все это сделаете. В конце года вы встанете и скажете. Вопрос зададут. Задаст вам пастор вопрос. Где твои 37 лет? Где прошел 2014 год? А вы посмотрите и скажете. А счастья-то нет. Уловили, почему я об этом говорю? То есть вы можете легко обнаружить, что год-то был, вы даже цель достигнули, только цель в себе ничего не принесла. Поэтому Бог, сказал это местописание, кто не собирает со мной, тот автоматически расточает. Вот почему мы можем к концу года обнаружить себя, что мы пустые. Год прошел, а мы пустые. Вопрос, давайте я подтвержу это вам. Кто в этом году что-то делал? То есть что-то вы делали? Что-то вы делали вообще-то? Вы ходили на работу, вы работали, там вы ездили. Кто делал что-то? Все делали, правда? Вот у меня вопрос. Кто из вас счастлив за этот год вашей жизни? А кто вы несчастливы? Год прошел, но вы несчастливы. Есть такие или нет? Есть. Слушайте, как это так? Наверное, у них плохой год был, а у вас был хороший. Плохой и хороший. Год одинаковый был у всех, друзья. Цели, устремления и направления были разные. Вы поняли, в чем секрет? Год у всех одинаковый был. Сколько, Наташа, сколько у тебя в этом году было дней?
Как и у всех. Нет, сколько? 365. 211. Как это так? Ну как так? Год-то одинаковый. Друзья, все зависит от того, что в этой цели есть. Вы поняли? Еще раз, Бог говорит, кто не собирается со мной, тот что? Расточает. Например, представьте себе, вы получили зарплату, положили ее, я не знаю, куда там, в карман, а у вас дырка была в кармане, и она выпала. Вы работали на эту зарплату целый месяц, она у вас выпала, потерялась. Кто будет счастлив, поднимите руку. Кто-то найдет. Ну, из вас, я имею в виду, от того, что вы потеряли. Вы не будете счастливы. Вопрос, точнее ответ, вот почему кто-то из вас говорит, что это не был самый счастливый год моей жизни. Потому что ту цель, которую вы поставили, она дырявая. Она не несет, она не сбалансированная, вы поняли? Еще раз, в этом стихе идеальный баланс есть. Бог говорит, кто не собирается, но тот расточает. Кто не собирает, тот ложит в дырявый карман. Когда вы ложите в дырявый карман, обязательно что? Выпадет. А когда выпадет, вы будете какими? Грустными, расстроенными. Вот почему у кого-то год, дырявый год был. То есть цель определяет направление развития, и цель определяет то, что нести в себе это будет. Итак. Все, что мы совершаем ради себя и для себя, и своего, обречено на забвение в конце года, друзья. Все, еще раз, что мы совершаем для себя и ради своего, в конце года этого, оно обречено на забвение. Кто из вас знает Филимонова Петра Сидоровича? Кто знает? Того, что ли? Именно этого, ты понял, да? Кто знает из вас? Того, который... А тот, о ком писали все центральные газеты. Вы поняли? Который для себя прожил. Кто из вас знает его? Того, кто. Вы поняли? А никто не знает. Почему? Потому что он что сделал? Расточал. Вы поняли? Он собирал. Он не собирал для Бога, а значит, что он делал? Расточал. Вот именно по этой причине жизнь у него утекла сквозь пальцы. Жизнь прошла, она утекла сквозь пальцы. Все, ее нет. То есть... Только продвижение своей жизни в направлении Божьей воли и ее осуществления превращает в принципе существование человека в жизнь. У меня вопрос. Кто из вас планирует прожить этот год? Прожить этот год. Вот, друзья, я вам хочу честно сказать. Кто-то из вас просуществует этот год, а кто-то проживет. Чем жизнь отличается от существования? Кто мне скажет? Осмысленность. Радость, смысл, все. Если... Ваше существование в конечном итоге приносит радость, содержание, смысл, изменения, то ваше существование потомки назовут чем? Жизнью. Если ваше существование не принесло ничего, то ваше существование нельзя называть жизнью. И потомки не назовут жизнью. Я не знаю, ну мне может быть так проще, но я всегда придерживаюсь такой идеологии. Например, вы знаете, кто может назвать мужчину мужчиной? Женщина. Только женщина. Ну, мое личное убеждение, только женщина. Потому что она, ну, женщина это индикатор мужественности. Но мужчины, знаете, что сделали? Они говорят, слушай, так нас редко называют мужчинами. Давай мы присвоим себе это право называться мужчинами. И они сами себя называют. Я мужчина. Я мужчина. Нет. Поэтому, друзья, кто может назвать наше существование жизнью? Бог. Потомки и Бог. Все. Бог и потомки. Вы поняли? Да, да. Бог и потомки называют существование жизнью. А так, если мы сами говорим, я прожил этот год, да, не прожил. Просуществовал, да. А вот прожил или не прожил, это уже вопрос. Например, скажите, кто из вас, вы познакомились, например, со мной, мы с вами в этом году познакомились, да? То есть в этом году мы начали с вами пересекаться, мы начали работать с вами в этом году, да? Вот скажите мне, пожалуйста, вы рады от того, что мы познакомились с вами? Да, я счастлива. Счастливы? Да. Значит, вопрос, можно ли назвать, что я этот год просуществовал? Нет. Нет. Уже нет. Они говорят, что я прожил этот год. Да. Уловили, о чем речь? Да. А если у вас таких людей нет, то вы что этот год? Существовали. Если никто не рад от того, что вы существовали этот год, если никто не получает наслаждение, если ничего не изменилось в этом мире к лучшему, если ничего в этом мире, ну, действительно, не произошло, то, Маша, ты год прожила или нет? Нет, просуществовала. Получается, просуществовали мы иногда. Ну, я не знаю, понимаете, чему я веду сейчас? То есть, почему я еще раз об этом говорю? Сегодня мы сейчас будем с вами ставить цели на этот год. Не поставьте цель, которая заранее приведет вас к существованию, к краху. Это как все равно, что, например, я собираюсь из Киева приехать, там, например, в Ялту, да, Женя, и выбираю дорогу М03 в сторону Москвы. Вопрос, я приеду в Ялту или нет?
Когда-нибудь? Это дорога. Нет, со временем я все время люблю Ян. Вы поняли, в Балтийское море попаду со временем. Не, не приеду, не буду, я в океан упаду. Если я поеду в ту сторону, в надежде, я обогну земной шар, и я нет, я в океан, я утону там. Там нет дороги. Поэтому смотрите, давайте мы изначально в этом году поставим цель, которая в конце года будет радовать вас. Вы поняли? Вас радовать будет год. Что это за цель? Например, это может быть цель, которая выражена в людях. К примеру, я ставлю себе цель, я поставил себе цель, 100 тысяч человек в этом году. Это моя цель. 100 тысяч человек жизнь я изменю. Может быть другая цель. Вы можете поставить цель, например, я в этом году, например, заработаю $1 000 000, через который я хочу обогатить множество людей, сделать их счастливыми. Вы поняли? То есть не миллион для себя. Кто из вас знает, например, Морозова, Иван Иванович такой, Морозов? Депутат? Нет. Иван Иванович Морозов, кто знает? Непонятно. Открою вам один секрет. Кто слышал такое? Дом Морозова. Морозовых. Да. Морозовых. Такой, да, он называется. Не Павлика. Морозовых. Савва Морозов. А у него был отец. Так вот эти Морозовы, знаете, чем известны? Это были самые богатейшие люди в Украине. А вам с этого что? Ничего. Вы поняли? То есть вам от их богатства что? А ничего. Поэтому богатство это тоже может, вы поняли, сумма какая, это тоже может быть цель, но оно превратится в смысл и в радость, только если оно будет использовано на что? На людей. Поставьте цель. Например, поставьте, Олег себе ставит цель, например, скажет, я хочу в этом году заработать 100 тысяч. Но если вы 100 тысяч хотите себе заработать на карман, чтобы купить себе машину, то-то, кому в конце года этого радость будет? СТО руководителю, да. Он будет вам аплодировать, поверьте. Он вам будет аплодировать, ого-го, как. Вы поняли? То есть вы должны конвертировать. То есть ваша цель, она должна привести вас куда-то. Или, например, кто-то говорит, а у меня цель в этом году, я хочу закончить институт. Хорошо? Или там, какое-то, что-то получить, образование какое-то или знание. Не проблема, это тоже может быть. Вопрос, для чего вы хотите его получить? Если вы хотите получить для себя, чтобы там корочка, чтобы я дальше мог, не обманывайте себя, не придумывайте. Отдайте себе отчет. Если я, например, хочу получить образование в этом году, для чего? Для чего? С какой целью? Потому что кто из вас учился в институтах? Чтобы в армию не пойти. О, молодец! Я только хотел сказать, почему часто поступают люди в армию, мужчины особенно идут, чтобы в институт, чтобы откосить от армии. Вот и все. То есть я хочу откосить от армии. Вопрос, кто радость получит в конце вашей учебы? Никто! Никто не получит радости. На платном, то есть. Не рожают, чтобы закосить от армии. В лучшем случае. Мама будет рада. Это в лучшем случае. Без цели лучше в армию пойти. Там хотя бы. Совершенно. Там хоть, знаете, хоть не так обидно. Знаете, кто из вас закончил с красным дипломом в институте? Почти. А кто учился в институтах? А кто без красного диплома закончил? А ну-ка подойди руку. А почему вы без красного диплома закончили? Хотите кровь закончить? У вас не было цели. У вас не было цели. Нету цели, нет мотивации. Оно мне надо, вот это красный диплом. Кто-то говорил. Оно мне надо, вот эти пятерки. В том-то все и проблемы. Но если вы хотите... Помните, пастор всегда все время говорит, почему он стал лучшим? Потому что я понял, что если я для Бога это делаю, а я делаю это для Бога, как вы думаете, журналистское образование пригодилось пастору сейчас? Ой, да. А если бы он тогда делал его лишь бы как? Как бы сейчас. Сегодня бы отдыхал. Как кто-то сказал, Евгений Михайлович, ты говоришь, да? Я смотрю, как я на юриста учусь, так к стоматологу сходить страшно. Вот вам проблема, бесцельная. Бесцельное существование. Итак, давайте закончим. Зачастую, зная, куда идти, мы все равно остаемся на месте, как не знающие вообще, куда идти. Рецепт прост. Понимание и знание, то есть мы должны с вами, в принципе, сегодня определить, как же достигать эту цель. Я вам подготовил такие бумаги.